Зеленые башни удачи будут построены в столице в 2017 году. Талант Тауэр станет первым сооружением в стране, построенным по международным экологическим стандартам. В здании будет минимизировано потребление электричества и установлены системы по рациональному использованию воды. Разработчики проекта, архитекторы ведущей мировой компании, создатели Трамп Тауэр в Чикаго, Цзиньмао в Шанхае и Башни Свободы в Нью-Йорке. Комплекс, в который войдут отель, бизнес и торговые центры, завершит архитектурную концепцию вокруг монумента Байтерек. Строительство башен началось в 2013 году, а сумма инвестиций в проект составила 300 миллионов долларов. В нашем конкретном объекте зеленые технологии не превышают 0,5% от общей сметной стоимости объекта. В горизонте жизни здания порядка 50 лет. Себестоимость эксплуатации здания составляет больше, чем 75% его стоимости, поэтому инвестиции, сделанные на начальном этапе, окупают себя в процессе эксплуатации. Это все международные технологии. В части, например, обработки воздуха мы работаем с американскими технологиями. В части эффективного использования воды мы применяем ближневосточные технологии из стран, которые вынуждены бороться с дефицитом воды.